Добрый вечер, Гомель. Вы знаете, что мы выходим в прямом эфире. Наш телефон 34-22-43. И это значит, что каждый из вас может стать участником нашей программы. Если вы часто ссоритесь, если отношения в вашей семье оставляют желать лучшего, посмотрите нашу сегодняшнюю программу. Сегодня мы поговорим о семье, о том, как сохранить самое дорогое, что есть в жизни каждого из нас. В прямом эфире вас ждут реальные истории, советы экспертов и рекомендации психолога. Каждая вторая белорусская семья приходит к разводу. Вот такая печальная статистика. Как преодолеть кризис семейной жизни? Поговорим об этом сегодня в нашей программе. А вот какие проблемы существуют в вашей семье и как вы их решаете? Что делаете, чтобы сохранить свою семью? Мы ждем ваших историй, дорогие друзья, и вопросов нашим экспертам. Воспользуйтесь случаем, позвоните в прямой эфир. Напоминаю, наш телефон 34-22-43. Как сохранить семью — тема нашей программы. И я хочу пригласить в эту студию наших экспертов. О секретах семейных взаимоотношений сегодня мы поговорим с психологом Татьяной Сиротиной. Встречайте, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Проходите к нам. И начальником отдела ЗАГС администрации Новобелевского района города Гомеля у нас в гостях Екатерина Мурашко. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, во-первых, спасибо, что пришли этим вечером к нам в студию, к нам в гости. Согласитесь, тема «Как сохранить семью» — такая тема для обсуждения очень важная и все-таки неоднозначная, потому что вопрос о том, кто в доме хозяин, да, что такое гармоничные отношения, кто должен варить суп, забирать детей, это вопрос, который мы самостоятельно пытаемся решить каждый день и не всегда находим верные ответы. Вот, кстати, недавно услышала мнение одного французского психолога, который сказал: «Счастливых семей не существует». И вот мне, Татьяна, очень интересно ваше мнение, согласны ли вы с утверждением своего коллеги? Ну, я не знаю, откуда он взял. Наверное, рядом не было с счастливой женщиной. Когда женщина часть свою соединяет с семьей, тогда она себя не теряет, и тогда семья счастливая. То есть вы считаете, что счастливых семей больше? Больше, и гораздо больше. Да, счастливые женщины, счастливые семьи. Ну, мы попытаемся поговорить и не только о разрушенных семьях, а скорее даже о счастливых сегодня и в нашей программе. Екатерина Максимовна, вот мы привели статистику. Отчего так много разводов? Вот ваше мнение очень интересно. Вы знаете, наверное, молодые люди, да и не только молодые, те, которые разводятся, не желают в чем-то уступать друг другу. Где-то стараются как-то свое «я» в первую очередь показать. Вот я такой, какой я есть, какая я есть, принимайте меня такой. То есть семья — это работа. Это работа... Не хотим работать. Да, не только над собой, это работа взаимная. Это, ну, вот как построить дом по кирпичику, так сложить свою семью, наверное, тоже это великий труд. Татьяна, а может быть, просто мы не знаем порой, как это делать? Вот как раз-таки сама психология семейных отношений нам не знакома. Или знакома очень мало, как вы считаете? Дело в том, что очень много сейчас литературы, очень много разных тренингов, занятий, программ. То есть при желании это можно узнать. Но если желание, если люди пришли в семью со своими уже какими-то установками, своими сценариями из прошлого, и им хочется продолжить, то есть зона комфорта. То есть сценарии не всегда бывают удачными, но, в принципе, мы их усердно начинаем продолжать. Слушай, ведь можно предположить, что люди просто торопятся. Сегодня время такое, все торопятся, а потом вот ошибаются в выборе супруга. Но вы знаете, все-таки есть интересные цифры, которые говорят об обратном. По данным Национального статистического комитета, белорусы стали позже вступать в брак. И если в 2000 году женщины выходили замуж в среднем возрасте 22 года, а мужчины в 25 лет, то средний возраст невесты сегодня уже 25,5 лет, а жениха почти 28. Вот как вы прокомментируете такую статистику? Что на самом деле, как вы считаете, стоит за нежеланием людей идти в ЗАГС или идти чуть позже? Ну, сейчас, конечно, распространено сожительство среди нашей молодежи, что к такой, в общем-то, статистике и приводит. Они как-то не спешат идти в ЗАГС и регистрировать свои отношения.
Очень многие часто называют это гражданским браком. Но если посмотреть с юридической точки зрения, то, конечно же, это не гражданский брак. Что такое ЗАГС? ЗАГС – это регистрация актов гражданского состояния. То есть гражданское состояние – это состояние быть в браке. Это жить в семье и именно в соответствии с законом. Вы знаете, очень часто бывают такие пары приходят на прием, когда говорят, ой, мы живем уже давно-давно-давно, вот нам надо срочно зарегистрировать брак, потому что там нам надо стать на очередь на квартиру, еще какие-то жизненные бытовые вопросы. То есть все равно мы живем в правовом государстве. И даже в статье 32 Конституции Республики Беларусь закреплено, что брак, семья, материнство и отцовство находятся под защитой государства. И в развитии этого приняты последующие нормативные правовые акты, в том числе кодекс о браке и семье, который регулирует семейные взаимоотношения. Вы знаете, ну вот есть такое общепринятое мнение. Вы только что сами начали об этом говорить, что вот институт брака, ну как бы мы ни хотели, но он как будто бы отмирает, что вот будущее за какими-то альтернативными формами брака, вот как гостевой брак, да, мы сегодня не раз уже употребили даже это выражение. Вот как вы считаете, почему вот свободные отношения все-таки становятся все больше нормой в нашем обществе? Вы знаете, мне кажется, молодежь как-то неохотно идет и регистрирует брак. Они боятся ответственности. Так проще. Вот как правильно сказали, зона комфорта, да? Вот я такой, я такая, да? Вот интересно мне с друзьями повстречаться, я повстречаюсь с друзьями. С подружками. Ну, вместе сошлись, ну, где-то там пожили, ну, ни к чему не обязывает. Несерьезные? Несерьезные. А вот ребята, которые уже серьезно, осознанно вступают в брак, как вы правильно сказали, брачный возраст увеличивается. К этому возрасту уже молодые люди имеют образование. Очень часто высшее образование, имеют уже работу, какой-то стабильный достаток. Заработок, да. У кого-то уже есть свой бизнес к этому времени. И вы знаете, вот по практике работы я хочу сказать, что зачастую даже не родители устраивают свадьбы, а молодые люди сами, осознанно. Даже если они пожили какое-то время, они приходят к тому, что нужно зарегистрировать свои отношения. И этот великолепный праздник под названием «Свадьба» они уже организовывают самостоятельно. Ну подождите, это же хороший, положительный очень пример. Да. Он типичный сегодня получается как бы для нашего времени. Но вот часто можно услышать, что печать в паспорте ничего не решает. Да, вот о чем мы сейчас и говорим. Бывает, люди живут в гражданском браке, очень счастливы. Как только зарегистрировали отношения, и что-то не так, вплоть до развода. Ну, я не знаю, насколько это типичная ситуация, но часто встречающаяся. Вот как можно ее охарактеризовать? Почему так происходит? Во-первых, не просто она типичная. Есть всегда и правила, и исключения. Если в гражданском браке жили, ну, в силу каких-то обстоятельств, и потом решили зарегистрировать, то к этому они подошли, уже разобрав, как говорится, свои роли, рассмотрев свой жизненный сценарий, составив свои семейные ценности. И тогда оно продолжается все как есть. А если гражданский был как конфетно-букетный, то есть она всегда, женщина, думает, ну, будет все хорошо. И так дальше будет, когда мы поставим знак печати. Ай, пусть женится только, а там я ему покажу. А оп, и не получилось показать. Да, и потом пошел откат. Это говорит о том, что все равно они не создали свой сценарий. По-любому. А вот скажите, Татьяна, действительно ли мужчины и женщины по-разному относятся к браку и к семейным отношениям? Ну да. На физическом уровне мы похожи. На психологическом это как север и юг. А что вы имеете в виду? Кто серьезнее? Так хочется спросить, относится к браку. Женщина? Ну, давайте посмотрим так. Женщина – это любит процесс. Она регулирует это все. Ну, бантики, красота, уют. Мужчина любит результат. Вот и получается. Он дом, и она рассказывает, какой он будет. И за каждую дощечку, за каждый гвоздик. Ему неинтересно, как, ему главное, что получилось в результате. Но он любит, да? Когда его благодарят. Он видит, чтобы результат его труда был оценен. Поэтому женщина пусть и оценивает. И показывает ему, вот это еще одна дощечка к нашему замку. Так интересно, ведь на самом деле это очень часто является причиной для ссор. Да, когда мужчина недопонимает вот эти цветочки, недопонимает, чего хочет женщина, а женщина не понимает, чего хочет мужчина. Почему ссорятся супруги? Вот для начала я бы хотела задать этот вопрос нашим зрителям в студии. Дорогие друзья, дело в том, что сегодня у нас в гостях несколько, очень надеюсь, семейных, счастливых пар. Вот начнем с вас. Представьтесь, пожалуйста.
Татьяна Воронцова. Вы пришли со своей семьей к нам в гости. Не в полном составе. Так, кто у нас сегодня присутствует? У нас расскажите. Дочь Мария, Алисия и муж Александр. А не полный состав, это кто? Еще есть сын, он сейчас на тренировке. У вас трое детей. Да. Замечательно. Скажите, вы давно женаты? Мы 16 лет, и сегодня у нас годовщина. Хотя аплодисменты для вас. Мы вас поздравляем, желаем счастья семейного. Скажите, вы часто ссоритесь? Бывает. Но не часто. Сейчас или как-то в первый? Раньше. Когда как раз-таки сценарий писали. Скажите, пожалуйста, а кто первый идет на мировую? Ну, как сказать, всегда по-разному, смотря кто начал, как, откуда что пошло, поэтому, ну, стараемся прийти к консенсусу и договориться, потому что понимаем, что если каждый будет тянуть одеяло на себя, то ничего не получится. Скажите, пожалуйста, представьте нам. Воронцов Александр. Александр, скажите честно, кто в вашем доме хозяин? Надеюсь, что я. Так, хорошо, почему вы так... Так пристально посмотрели на супругу. А как это проявляется? Вы принимаете окончательное решение, например, как потратить семейный бюджет, какой сварить борщ, или вот что значит быть хозяином семьи? Ну, в первую очередь, наверное, прийти к общему согласию и не только учитывать свое мнение, но и учитывать мнение и жены, конечно, а теперь уже и взрослые дети у нас, поэтому их интересы тоже. И вот таким путем только и получается. Скажите, вам хочется быть примером для своих детей? У вас получается? Я бы так даже, наверное, задала вопрос. Вот как вы считаете? Или есть еще над чем работать? Думаю, получается. Это, конечно, у них лучше спросить. Но работать есть всегда над чем. Спасибо, эти аплодисменты для вас. Я хочу еще с вами познакомиться. Представьтесь, пожалуйста. Галина Коровякова. И вы представьтесь? Коровяков Дмитрий. Ну, вы супруги. Совершенно верно. Я так понимаю, частично семья пришла не в полном составе сегодня. Да, не в полном Большая составе. Семья у вас? У нас двое деток, дочь и сын. Взрослые? Старший сын. Присматривает за маленькой дочерью сейчас. Может быть, у вас тоже сегодня юбилей свадьбы, нет? Нет. Сколько лет вы женаты? 19. Скажите, вы часто ссоритесь? Ссорились раньше, было так. Сейчас... Вы наверняка вывели какую-то формулу, как сохранить семью. Поделитесь с нами. Ну, секрета в этом нет. Это умение слушать друг друга и прежде всего услышать. Потому что можно слушать, но не слышать. Конечно же, уступать друг другу. Конечно же, ну, идти навстречу. Скажите, какой самый сложный период был в ваших отношениях семейных? Самый сложный? Ну, если по длительности, наверное, первых 5 лет. Ого! А потом все так хорошо, и сейчас еще лучше. И сейчас замечательно, да? Да. Спасибо, эти аплодисменты для вас. Спасибо вам большое. Ну, а теперь, я думаю, самое время узнать мнение наших экспертов. Во-первых, кто должен быть хозяином в доме? Вот кто главный все-таки в семейных отношениях? Есть четкая позиция? Ну, на самом деле, они должны быть оба. Потому что четкой позиции разделить я буду. Есть над чем работать, дорогие друзья. Я буду это делать, я буду это. У нас был такой небольшой момент в ЗАГСе. Мы брали 3 пары. Так. Одни должны были, во вторник было занятие, тренинг. Одни должны были в субботу расписаться. Одни только подали заявление, а третьи еще вот на грани были. Они стояли прямо на крылечке. И после тренинга та пара, которая должна была в субботу именно зарегистрироваться, из-за того, кто вынесет мусор, свадьба расстроилась. И свадьбы не было? Серьезно, не было. Невеста, в общем-то, пошла в откат, так ты меня не слушаешь, ты не хочешь делать то, что я говорю. А в итоге раньше он исполнял все ее желания, но они были такие, там, пойдем в кино, сходим в театр, поедем тут. Но он мог это все предоставить, но он не знал ее. Скажите, а вообще, вот что показывает еще ваша практика? Как часто и какие семьи обращаются к вам за психологической помощью, вот с какими проблемами? Я уже про состоявшиеся. Ну, чаще всего обращаются даже, ну, я бы не сказала, кто больше. Женщина не очень хочет афишировать, что у нее что-то не получается. Она считает себя главной за психологический момент в семье. Мужчина, он идет чаще. Если он хочет сохранить. Подождите еще раз. Вы хотите сказать, что мужчина чаще обращается если к психологу? Если они хотят сохранить взаимоотношения с этой девушкой или женщиной.
А женщина считает, что она сама решит и идет для того, чтобы посодействуйте. Вот придет мой муж, скажите ему. Научите его, скажите, да, скажите ему так, как считаю я. Такая хорошая женская позиция, нормальная, на мой взгляд. Скажите, а что вы действительно обычно советуете таким семьям, Татьяна? Ну, такое легкое упражнение. Сесть спина к спине. О! Почему? Когда мы смотрим друг на друга, глаза немножко агрессивны. Вспоминается. Знаете, все через глаза выходит из души, да? И тогда требования начинаются. Когда спина к спине, да еще послушал сердце другого, и просто задаешь вопрос, скажи мне, или обо мне, или расскажи, чего ты хочешь. И тогда разговор или клеится, или не клеится, но они ко мне второй раз приходят, когда поговорят. А так как они хотят прийти, если они пошли уж первый раз, то состоится такой разговор, и они начинают хотя бы говорить. Я вот хочу, чтобы это было вот так, вот так. А я их учу, как задавать вопросы. А как задавать вопросы? Почему вот так? Объясни. Просто и легко. Просто спросить то, что хочется спросить. Да, у нас не умеют выговариваться, потому что, как уже говорилось, одно дело можно слушать, но не слышать. А ты просто слушай. И вслушаться. Один раз просто помолчи и послушай, да, что говорит супруг или супруга. Или, может быть, нужно выговориться, и потом... Или же все-таки действительно, ну, какой-то решится вопрос. Но вопросы обязательно должны быть. Спасибо. Татьяна, вот мы постоянно говорим про какие-то модели семейных отношений. Я знаю, что они существуют. Да. В психологии действительно существуют конкретные модели. И поверьте, их не так много. Я предлагаю сейчас такой тест провести для всех наших телезрителей. Дорогие друзья, Татьяна нам сейчас расскажет, какие существуют семейные отношения. А вы, пожалуйста, примерьте эту модельку на себя. Потому что я думаю, что здесь будут советы, которые, может быть, пригодятся каждой семье. Прошу вас. Взяли в руки карандаш, мы начинаем урок наш. Как мы видим, между мужчиной и женщиной, какие могут быть взаимоотношения? Это первый сценарий, когда мужчина и женщина хотят создать какой-то свой, но не рассказывают какой. Первое, потому что не очень доверяют друг другу, а по жизни они привыкли не доверять. Мужчина не все рассказывает своей женщине, женщина не все рассказывает своему мужчине, и вот так они продолжают дальше жить, каждый своей богемной какой-то жизнью. Кстати, это есть гостевой брак. Это, наверное, происходит еще, если я права, подтвердите или опровергнуть, это, может быть, происходит, когда людям есть что скрывать друг от друга? Скажем так, не столько скрывать, недоверие здесь больше всего. Не было доверия в семье, когда не слушали детей, чего они хотят. А они теперь стали взрослыми, и они на себя применяют роль родителей. Что делать в такой ситуации? Вот если сейчас наши зрители действительно обнаружили, что, может быть, это тип их отношений, что делать? Что вы посоветуете? Спина к спине. Спина к спине. Хороший вопросы. Совет. Я сегодня тоже попробую его обязательно. И вопросы. Так, вторая модель. Второй сценарий. Это хорошо, тоже всем знакомые. Я почему поставила между мэ и жо, потому что бывает так. Главная женщина, вот они встретились, и она как-то регулирует все. А давай пойдем в кино, а давай съездим, а давай. И ему так удобно. Он может оплатить, он может ее сводить. Он вот такой. И тогда получается, она играет главную роль. А он внутри. Может быть наоборот, когда мужчина за ручку, и женщине говорит, а ей так удобно, папа меня не водил, а вот он меня везде водит, все показывает. И в итоге они подчиняются друг на друга, кто-то доминирует. Мне кажется, это неплохой вариант отношений. Хороший. Угу. Бывают только моменты, через 5 лет. Так. 7. Кто-то хочет быть главнее, да? Нет, 5-7 лет. У нас работает, скажем... психосоматика, то есть у нас все органы чувств, они должны впитать глаза, уши, нос, звуки. И вот он почувствовал на каком-то уровне, или мужчина и женщина, что он уже поднялся выше, ему хочется выйти из зоны комфорта. И вот тогда возникают конфликты, когда или мужчина, или женщина хотят пойти хобби свое реализовать, она хочет пойти на права. А вторая половинка говорит, не разрешает? А потому что уже привыкла. Привыкла, и не понимает, как по-другому. И вот опять... Это может быть выход мужчины или женщины. Опять все идет. Ну,
ну, как говорится, обязательно к психологу, но спина к спине, вопросы, решить на уровне вопросов. А почему ты этого хочешь? Может, это просто ей чего-то наскучило? А давай вдвоем пойдем. Татьяна, вам не кажется, что вот эти две модели, это даже развитие любой семьи? Сначала где-то недоверие с опаской, а потом вроде как выходишь из этой зоны комфорта, уже что-то новенькое. Это есть развитие семьи. Отлично. И третий вариант? Ну, я вижу, вообще, это самый комфортный. Почему? Как уже говорилось, и, в принципе, я с вами согласна, нет ответственности, например, у мужчины и женщины до какого-то уровня, но есть и другая позиция, когда тот же парень или девушка, они говорят, будем жить вместе, случатся дети. А мужчина говорит, я еще не готов обеспечивать, чтобы мамочка посидела с ребенком, и чтобы я мог обеспечить семью. То же самое женщина, я еще не закончила получить права, я еще это, и они встречаются на уровне общих интересов. Маленьких, для начала уже, очень маленьких. Да, да, но есть общие интересы. У них потом окружение общее, таких же близких по духу. Как я вижу у нас в зале, в принципе, есть такие семьи. В итоге каждый из них узнает друг друга через определенные, скажем, говорят, кризисы. Это новая реальность. Любая ступенька, если ты споткнулся, посмотрел под ноги. А что теперь делать? И вот они в этой новой реальности в конечном итоге образуют гармоничную, крепкую, ну, счастливую семью, которая сколько может жить времени, долго и счастливо. Скажите, надо, чтобы создать такую семью, ну, скажем, в идеальных условиях, 5-7 лет? Скажем, если они будут, ну, так, при встрече, и решение пришло через 3 года, через 5, вполне. Но если они, скажем, вдруг вот здесь тоже решили, скажем, 2-3 года достаточно. За 5 лет это уже устоявшееся. Замечательно. Спасибо. Эти аплодисменты для вас. Очень интересно. Спасибо. Вы знаете, дорогие друзья, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем наших зрителей. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Анастасия. Меня зовут Анастасия, у меня такая проблема. Мы с мужем 4 года вместе. И когда мы встречались, и когда поженились, у нас все было хорошо, и общие темы для разговоров, и мы могли часами сидеть и разговаривать. Но спустя 4 года как-то пропал интерес, все угасло. Мне кажется, я даже нежеланна для него. Что вы можете посоветовать? Как мне вообще быть? Скажите, а у вас пропал интерес к вашему супругу? Ну, мне бы хотелось узнавать его и дальше, чтобы было все как раньше. У вас есть дети? У нас ребенок, да, 2 года. Спасибо вам большое. Мы в любом случае желаем вам счастья, конечно же, семейного. Но я думаю, ответ на этот вопрос сейчас попробуем получить, да, Татьяна? Я думаю так, что когда ребенок появился, у женщины новая роль. И нужно уравнять эти роли. Как? Как? А вот обратите внимание еще раз. Женщина и слово «счастье» – «с-ча-с-тье». И слово «семья». Помните, в старые времена мы говорили «семья». Если женщина знает, кто она, какие роли играет, этих 7 главных ролей, то при рождении ребенка она эту часть свою соединит с мужем в том, чтобы как они с этим ребенком общаются, как у них пошло развитие дальше, за пределы. У нее была фраза «хочется как раньше», а раньше, возможно, было без ребенка. То есть надо приготовиться к тому, что как раньше не будет, и строить отношения на каком-то новом уровне. На новом уровне. Спасибо большое. Дорогие друзья, я напоминаю, что в прямом эфире «Добрый вечер, Гомель» – тема нашей программы «Как сохранить семью». Мы продолжаем прямой эфир. Вы смотрите программу «Добрый вечер». Тема нашей программы «Как сохранить семью». Организаторы первого гомельского фестиваля семьи, кстати, предложили свой вариант ответа на этот вопрос. Они утверждают, что семью объединяют общие интересы и семейные развлечения. Проверить это решили 2 сентября. И для этого организовали в Гомеле первый фестиваль семьи и добрососедства. Ну, получилось довольно интересное, развлекательное, такое познавательное мероприятие, направленное на организацию семейного досуга и доброжелательного общения.
общения между людьми. Кстати, фестиваль собрал очень много семейных пар и детей. Для взрослых здесь были организованы лектории с психологами, мастер-классы очень познавательные с ремесленниками, ну а для детей, конечно же, разнообразные игровые площадки. Ну, организаторы заявили, что такой нетрадиционный подход в развлечении и общие интересы способны объединить семью и сделать отношения между людьми добрее. Вот у меня такой вопрос к нашим экспертам. Как вы считаете, достаточно ли подобных фестивалей, чтобы вот изменить ситуацию с разводами? Конечно же, в этом направлении проводится определенная работа. И не только фестивали, но и органы ЗАГСа, все ЗАГСы города, области проводят свои мероприятия, акции. В частности, вот недавно стартовал проект «Крепкая семья» на базе Новобелецкого нашего ЗАГСа. Вместе с храмом Благоверного Александра Невского, с инициаторами, координатор программы Татьяна Скачко порекомендовала, значит, молодоженам нашим вступить в этот как бы в клуб. То есть это клуб, ну, клуб для молодоженов, ну, как бы клуб, да? Для типа социальный проект, да. Где может поучаствовать... Да. Любая семейная уже пара или только та, которая собирается еще? И семейная пара, и та, которая собирается. Мы проводим анкетирование в данный момент на базе отдела ЗАГС. Молодоженам разработали ряд вопросов, чтобы узнать, какая тематика их интересует. Скажите, а уже есть какие-то ответы? Вот какая тематика интересует молодоженов? Психология в основном, конечно. Да, несмотря на то, что вроде бы проект такой более духовную направленность ведет, именно показать духовную сторону семьи, как это было раньше, опять же, как это сейчас, и научить, рассказать, как нужно себя вести в семье, потому что молодежь зачастую для них это что-то новое, неизведанное, они не знают, как себя вести. До этого парень и девушка, вроде бы все понятно. Прошла регистрация брака, прошла свадьба, и уже новый этап жизни, и как-то надо уметь себя вести и понимать друг друга, и приспосабливаться к друг другу. Вот для этого этот проект и существует. Каждую третий четверг на базе отдела ЗАГС или ЧАТ 93, пожалуйста, все желающие могут к нам прийти. За консультацией, за помощью какой-то. Да. Если кто-то в чем-то не уверен, да, ну, очень реальный проект. Да, а что? Существует мнение, предупрежден, значит вооружен. Вот правильно. И правильно, вот наш координатор, она выбрала эту тематику. Значит, нужно именно вооружить молодых людей знаниями. Вот как сегодня рассказал психолог, действительно, люди многие не понимают, не знают. Вот и наглядно, и рассказать, и объяснить, и показать даже на каких-то примерах. Если я не ошибаюсь, проект рассчитан на полгода. Да. И первая встреча уже состоялась, по-моему, в августе. Да, вот что показало, насколько активно молодежь, скажем, прислушивается к советам специалистов, к советам вот бывалых, опытных людей? Ну, вы знаете, что пришло два молодых человека, а подавляющее большинство девушки. Наверное, вот именно потому, что женщина чувствует эту ответственность, как уже сегодня было сказано, за семью. Она вот сохраняет процесс, этот процесс. Да. Как женщина исторически сложилась, что она хранительница семейного очага. И как-то вот девочки действительно больше так к этому относятся положительно. Ну, встреча прошла в формате диалога. И, в общем-то... Ну, это хорошо, что не монолога, вы знаете, замечательно, да, что да, готовы не просто слушать, но еще и говорить, и поплакаться. Ну, конечно, сначала и объяснили, и рассказали вот основные духовные аспекты семьи, юридические, поделились с молодежью, и потом уже, конечно, возник диалог. Ну и это будет развиваться, проекты в дальнейшем. Спасибо большое. Вот как бы в продолжении, да, раз молодежь не знает, что такое крепкая семья, и многие, может быть, сейчас смотрят нашу программу, давайте расскажем о том, что такое вообще современная семья, и это сделают, кстати, наши телезрители. Вот в Вайбере приходит сообщение. Рая спрашивает, сообщает точнее, «Мой муж каждый вечер смотрит футбол. Меня это раздражает. Мы никуда не ходим. И вот как относиться к такому безразличию и увлечению мужа?» Вот если можно, коротко комментарий какой-то нашей... Очень Раисе. Просто. Она сказала, мы никуда не ходим, но он смотрит футбол. Так почему? А, смотреть с ним футбол. Или смотреть с ним футбол, или найти подружек, друзей, близких по духу семьи и выехать на природу, но только близких по духу, когда будут общие интересы, когда знают, что они вместе хотят. Они там могут и футбол смотреть, и все можно с собой брать вечером. Они и на рыбалку, они и костры жгут. И вообще настолько, я имею в виду, костер большой, как пионерский. Собирается по 300, 500, 600 человек.
Мы вот так выезжаем летом каждое лето. Ну, мы надеемся, что Раиса вас услышала сейчас. Хороший совет. У нас есть еще один телефонный звонок. Слушаем вас. Вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Поговорите с нами. Как вас зовут? Меня зовут Вера Петровна. Вера Петровна, мы вас внимательно слушаем. Я бы хотела сказать молодежи, что нужно быть, ну, не выходить замуж в 20 лет, а постарше. Тогда они будут умнее. А мужики, которые выходят в 25, пусть они нагуляются, а потом уже женятся. Я прожила с мужем 60 лет. И 60 лет он меня обманывал. Ой-ой-ой. А я ради детей, потому что трое детей, трое внуков. И я все терпела. Понимаете? Вы жалеете о том, что вы терпели 60 лет? Ну, я терпела, потому что некуда было с детками деваться. А он работал в органах. Все было то на занятиях, то на дежурстве, то в командировках. Я все одна с детками. А в каком возрасте была ваша свадьба? Сколько вам было лет, когда вы вышли? Свадьбы не было. Ему было 25, мне 20. У нас родителей не было. Мы вот так на танцах познакомились, я была в командировке. И все так сошлись, и вот и прожили. Ему, конечно, хорошо. Перед самой смертью я у него спросила, если бы ты был вот сейчас молодым, как бы ты прожил вот эту жизнь? Он говорит, так же самое прожил бы. А я говорю, а я бы не, я бы так не прожила. Столько... Я бы все было умнейшее, потому что когда-то так говорилось. Вот теперешние годы, да, та молодость, а опыт теперешний. Он бы прожил бы хорошо. Вы знаете, спасибо вам большое за этот звонок. Вот такой он печальный, грустный, но в то же время такой, вы знаете, замечательный. Я хочу, чтобы вот мы все сегодня здесь вот просто пожелать вам, вы знаете... Вы наслаждайтесь жизнью, потому что вы сделали такие выводы, которые для того, чтобы сделать, вы знаете, надо прожить очень большую жизнь. Поэтому вот эти аплодисменты для вас. Спасибо. Ну, меня на самом деле очень тронул этот телефонный звонок, но работа такая, что надо продолжать прямой эфир. И, кстати, вот в продолжение этого телефонного звонка Марат задает вопрос. «Моя жена хочет развод. Я категорически против. У нас двое детей, как поступить?» Вот так коротко я сформулирую то, что написал наш телезритель. Вы знаете, человек хочет получить конкретный ответ. Вот что мы можем сейчас сказать? Вот две такие истории разные. Свечи, одинаковые. Чашка, кофе и... взять ее за руки и вспомнить, когда все начиналось и как. Пройти эти этапы, и они поймут, где что-то случилось. Не может быть такого, что он не хочет и двое детей, а она хочет. Где-то они... После этого пусть приходят. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, я напоминаю, что тема нашей программы «Как сохранить семью». Вы знаете, я вот предлагаю прямо сейчас вернуться в прошлое. В замечательные, далекие уже сегодня советские годы, когда, согласитесь, отношения и к семье, и отношения в семье были несколько другие. И для этого я хочу пригласить в студию художника по куклам Екатерину Минакову. Встречайте, пожалуйста, призер международных выставок кукол у нас в гостях. Добрый вечер, Екатерина. Добрый вечер. Ну, надо сразу раскрыть все карты. Почему на такую тему семейные отношения к нам пришел художник по куклам? Ну, во-первых, у вас есть уникальная коллекция «Бальзам звездочка», да, это вот известный бальзам из советских времен. То есть ваша коллекция кукол – это ностальгия по советской семье, по советской эпохе. И я обожаю, например, вашу, ну, скажем так, композицию, куклу «Женщина на диване» или «Диван». Ну, это что-то невероятное. Расскажите, вот давайте начнем с этого. Расскажите, что это за композиция? Что здесь происходит на этом диване? Эта девушка, вообще композиция, называется «Новый диван». Новый диван, да, точно. Ну, если рассказывать всю историю, как создавалась эта работа... Нет, расскажите, что мы здесь должны понять и увидеть мы для начала? Мы здесь должны понять то, что это новый диван, новый житель квартиры, который купила наша хозяюшка. С трепетом, да, да, наша хозяюшка получила наконец то, что она желала, и она вот сидит и просто... Нет, балдеть. Она сидит на газетке, дорогие друзья. Да. Рядом на газетке сидит ее кот вот с такими вот ушками, да, грустный, да, весь. Да? А почему на газетке? Потому что в те времена люди очень бережно и трепетно относились не к вещам, но... потому что они доставались большим трудом
как все, наверное, знают. Вы знаете, вот, так хочется поэтому... сказать, не только к вещам, но и к отношениям. Люди очень бережно относились. Да. Все доставалось с большим трудом, вы правильно говорите. Да. И вот мотивом для этой куклы послужил фильм «Разные судьбы» 1956 года. Ну, это советская эпоха. И как раз там в одном из кадров фильма мелькнул такой диван, очень красивый, шикарный. Эти надутые, шелковые, да, и там и сам сюжет фильма очень трогательный. Там идет история двух девушек, которые идут разными судьбами. То есть одна стремится к семье, она не гонится за богатствами, она идет за мужчиной, которого любит. Пусть он там не достиг еще больших высот ни в работе, ни в богатстве. Ну, таким сюжет этот, в принципе, известный. Да, да. Угу. И вот... Она мне, конечно, ближе, хотя вот по образу и по одежде эта девушка похожа больше на вторую героиню. А вы знаете, а я вот хотела продолжить вот эту тему, вот этот образ советской семьи и планировала задать вам другой вопрос. То есть откуда эти образы из вашего ли детства? Оказывается, из кинофильма, ну, в принципе, из детства, да? Да. Почему коллекция вообще такая вдруг у молодой, современной девушки, вдруг такая ностальгия по советским временам? Ну почему? Потому что эта эпоха попала на мое детство. А как известно, для каждого человека детство — это самое теплое воспоминание. Но вы в благополучной семье? Да. Извините за этот вопрос. Благополучной. Выросли в благополучной, да, полной семье. Да. То есть у вас есть пример для подражания? Конечно. Я считаю и всегда считала, что семья — это главный институт человеческой жизни. Оттуда мы все выходим, оттуда мы получаем свои базовые главные навыки. Все главное в жизни — понятие, что такое любовь, что такое хорошо, что такое плохо. И вот поэтому советская эпоха. Ну, мне всегда нравилось ретро. У меня и дома очень много ретро-вещей из советской эпохи. То есть, а как вы считаете вообще, что было в советской семье такого, чего нет в современной? Наверное, два главных слова я скажу. Это скромность и простота. Сейчас, наверное, наше общество немножко пересыщено, оно заполонено всякими гаджетами, соцсетями, много очень отвлекающих факторов. И люди немножко потеряли друг друга, они перестали больше общаться вживую. Всем важно прийти домой и посмотреть, что у него там в Инстаграме или там ВКонтакте, сколько у него лайков. Это почему-то очень важно стало для многих, и это жалко, потому что раньше люди были лишены этого. Ну, да, была даже какая-то скромность, скудность, может быть, где-то излишняя, но они не нуждались в лишнем, они общались друг с другом, они куда-то ходили. Вся страна, Советский Союз, это была одна большая семья. Спасибо большое. Мы обязательно продолжим эту тему. У нас просто есть телефонный звонок. Мы вас слушаем. Вы в прямом эфире. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Наталья, я из Гомеля. Да, Наталья, слушаем вас. Вот у меня такой вопрос. Мы встречаемся с парнем 5 лет. 2 года живем вместе. И, ну, финансово независимы оба. И вопрос вот какой. И когда только я начинаю заговорить с ним о развитии дальнейших отношений, там, о свадьбе, о детях, все обрубается просто на корню. И вот вопрос. Стоит ли продолжать эти отношения? Есть ли какая-то перспектива? Либо лучше переключиться вообще на другое? Наталья, спасибо большое. Можно я задам вам один вопрос? Да. А что значит все отрубается на корню? Он как-то в грубой форме вам отвечает? Или что он говорит? Нет, он не говорит просто, давай еще подождем, еще рано, вот еще мы не готовы, еще слишком молоды, и вот так постоянно. Ясно. Но я смотрю по вашему голосу, вы настроены очень решительно. Да? Ну, то есть вы сейчас вот послушаете, что мы вам скажем, и так и сделаете. Татьяна, может быть, вы хотите задать какой-то вопрос, прежде чем ответить Наталье? Ну, прежде всего, вопрос, Наталья, к тебе. Насколько ты действительно хочешь ваших дальнейших взаимоотношений? Ну, вот если брать 100%. Это, наверное, вопрос, на который, может быть, не стоит даже сейчас отвечать, да, в прямом эфире. Да, вы и когда задашь этот себе вопрос и найдешь ответ, тогда действительно стоит решиться, потому что она уже готова. Спасибо. А почему мужчина так себя ведет часто, когда мы говорим про гражданский брак, да? Почему так мужчина себя ведет? Почему он боится? Мы об этом говорили, потому что девушка ждала, когда все-таки случится то, чего она хочет. Но она не знала, чего он хочет. Не было взаимоотношений честных, откровенных, не было чистоты помыслов.
между ними. Они жили какой-то, опять же, она говорила, богемной жизнью, в принципе. Татьяна, а как вот вы смотрите на такой вот, скажем, опыт и совет для наших телезрительниц подобных? Ну, например, взять и проверить чувства парня, с которым живешь, там, или девушки. Вот взять и больше не задавать вопросы про свадьбу и ЗАГС, а просто жить дальше. Или это... Ну, вопрос... Плохой совет. Совет, конечно, плохой. А давайте будем идти по ровной дорожке, по асфальтовой всю жизнь. Извините, ни тропинок, ни ухабов, ничего. Ну почему? Так тоже живут. В конце только они потом вспоминают. Ой, какой замечательный ответ. Вот для вас аплодисменты, спасибо. Так тоже живут, да. Вопрос как? Вот мы сегодня уже слышали это в телефонном звонке. Ну что ж, дорогие друзья... Советская семья. Я хочу задать вам вопрос, если можно коротко. Что в ней было такого, чего нет в современной? Может быть, плюсы-минусы? Наверное, люди дорожили своими отношениями. Вот действительно, наш 21 век настолько стремительно ворвался в семью, вот этими, вот, как правильно было сказано, всеми этими гаджетами, компьютерами. Каждый вот приходит и в свой компьютер, в свой телефон, а люди общались. И вот действительно, этого и не хватает сейчас. Но ведь в Советском Союзе официальных разводов действительно было мало. Но часто вот среди причин называют ну, и такие, как особые устои советского общества. Когда было страшно разводиться, когда было осуждение в обществе. Это тоже это не положительные моменты. Сегодня вроде бы свобода, свобода в отношениях. Мы видим, к чему это приводит, хорошо это или плохо, не нам судить. Но в любом случае мы видим, что люди от этого страдают. Страдают наши соседи, друзья, близкие. Татьяна, вот Екатерина Максимовна, вот мне интересно, как вы считаете, какая модель семейных отношений... Ну, простите меня, пожалуйста, за этот вопрос, но какая модель семейных отношений более правильная для белорусского общества, вот советская или вот такая вот современная? Ну, мне кажется, посмотрев на общение, получается, у меня с большим количеством молодежи. На сегодняшний день, если в старое время, ну, как говорим, прошлое, они любили общаться, выезды общие там, те же посиделки и прочее, потом ушли в разные стороны. Каждый захотел где-то развиваться один и искать на стороне. А потом они опять возвращаются вместе. И вот сейчас они ищут друг друга. И вот поэтому все эти клубы по интересам, особенно выезды, не надо спешить жить, чтобы узнать друг друга, можно легко узнать, посещая какие-то природные места, посещая архитектуру, ходить в тот же ЗАГС и слушать эти все лекции, потому что не хватает им, и они уже стремятся, знаний. То есть не хватает знаний, и для того, как правильно пользоваться свободой, которая дана сегодня, да. И которая, может быть, отсутствовала вот в те советские годы. И это не годы. Обязательно, чтобы быть вместе в одной квартире. Спасибо большое. Есть еще телефонный звонок. Аплодисменты, да, нам забыли. Мы слушаем вас. Добрый вечер, Гомель. Вы в прямом эфире. Добрый вечер. Как вас зовут? Лариса Дмитриевна Нилова. Слушаем внимательно. Вместе с мужем 48 лет. Поздравляем. Спасибо. Молодцы. У вас счастливый брак, как вы считаете? У нас счастливый брак, и мы до сих пор видим друг в друге жениха и невесту. И мы не устаем удивляться друг другу. И я вот слышу эти разговоры по студии. Девушка звонила, да. Что у них 2 годика ребенку, и они вроде бы как стали неинтересны друг другу. Мне это вообще непонятно. Я считаю, что каждая семья должны любить друг друга, уважать друг друга, чувствовать мнение друг друга, поддерживать во всех начинаниях. И это, ну, действительно, не зарываться в проблемах бытовых и не сидеть в 4 стенах своей квартиры. Жить культурной жизнью нашего города. Насыщенной жизнью. Насыщенной, да. Ну, вести здоровый образ жизни. Дальше, ну, какие-то мероприятия посещать. Отвлекаться от бытовых дел. Не сидеть там на даче или в стенах своей квартиры. Скажите, Да. Извините, что вас перебила, но скажите, пожалуйста, а вы часто разговариваете с мужем? Вот, скажем так, сколько минут, часов в день вы общаетесь? Мы постоянно общаемся с друг другом, и мы постоянно сообщаем друг другу новости, которые у него произошли в течение дня. И в течение дня, которые произошли новости у меня в процессе общения с другими людьми, и все. Я думаю, что просто молодым
не надо задумываться над тем, что как это можно в молодом возрасте не быть интересными друг другу. Нам это непонятно. Спасибо большое за этот звонок, за ваши советы и рекомендации. Спасибо вам. Действительно, такой хороший секрет да, бывалых семьянинов для наших телезрителей. Ну что ж, дорогие друзья, какие приоритеты были у советской семьи? И подходят ли они для современных молодоженов? Спросим об этом у наших следующих гостей. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Тема нашей программы «Как сохранить семью?» Как прожить долгую и счастливую супружескую жизнь? Наверняка этим вопросом задается каждый из нас. И вы знаете, в наше время очень редко все-таки можно встретить пару, которая смогла вот разделить горести, радости вот на своем жизненном пути и сохранить, вы знаете, любовь и уважение друг к другу. Так вот, я официально заявляю, что в Гомеле такие пары есть, и одна из них сегодня у нас в гостях. Встречайте, Роза Николаевна. И Иван Алексеевич Севченковы. Вот недавно наши гости отметили бриллиантовую свадьбу, представляете? И вот сегодня я очень надеюсь, что они поделятся секретами семейного счастья с вами, дорогие друзья. Ну, скажите, пожалуйста, сколько же лет вы вместе? Если бриллиантовая свадьба, то больше 60? 62. Скажите, пожалуйста, у вас когда-нибудь возникали, скажем, серьезные крупные ссоры в жизни? Нет. 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 Никогда не ссорились? Никогда. Нет. Скажите, а кто в доме хозяин? Так и хочу спросить. Вы знаете, что я офицер в отставке, поэтому 30 лет отдал армии, а я служил в автомобильных частях. Это вечные командировки, так, до трех, а иногда до полгода. Все тяготы по воспитанию детей взяла на себя Роза Николаевна. Падала на жену. Поэтому если вы зададите вопрос, кто в доме хозяин, я смело отвечаю – жена. Ибо на ее плечах и воспитание детей, и... Ну, все, и уют в доме, да, все, и забота о вас, правильно? Ну, вы знаете, что у нас совсем другая жизнь у военных. И я женам офицеров никогда не завидовал и не завидую. Вот. Скажите, Роза Николаевна, вам было тяжело? Вот мужа нет рядом очень долго, вам приходится растить детей. Вы сетовали на него, обижались? Вот, хоть, вот скажите честно. Нет, я как-то привыкла, и нет, вроде так и надо. Вроде все тяжести. Два сына было, и надо их было воспитывать, учить, и, как говорится, кормить. И в то же время я и работала все время. Работала и сыновей воспитывала. И они у меня, значит, и школу закончили, и институт БИИШ закончили, старший сын и меньший. Так а что... сегодня у вас есть внуки и правнучка. И правнучка, по-моему, 3 годика, да? Да. О, говорят, когда дождешься правнуков, все грехи прощаются. Так что у вас все получилось. Молодцы. Скажите, пожалуйста, ваши внуки, ваши дети, они советуются с вами насчет своих вот семейных отношений? Прислушиваются? Видите ли, все это зависит от семьи. Как воспитывают? Вот с таких пор. Говорит, учи ребенка, когда он лежит поперек лавки, так, скамейки. Когда лег он так, уже поздно его учить. Поэтому вот сейчас все зависит. Вот эти, если вы зададите вопрос, как я отношусь к разводам. Да, как вот вы относитесь к разводам и к тому, что современные семьи так легко сегодня расстаются? Легко. Это все зависит от воспитания. Но ведь воспитывали их вроде бы в советский период, когда и семьи были крепкие. И какое воспитание? Есть воспитание, конечно, любая мать, тем более мать и отец, они любят свое потомство. Любят. Но нельзя баловать. Понимаете? То есть... Держать в ежовых рукавицах. Ну, не совсем в ежовых рукавицах.
знаете, держать ежа в рукавицах можно, пока он небольшой. А когда у него начинается самостоятельная жизнь, уже в ежовых рукавицах тяжело держать. Это можно заставить своего ребенка возненавидеть родителей. Понимаете? Роза Николаевна, да, я слушаю, говорите. У них совсем другая жизнь. И я не знаю как, но сейчас мало уделяется вниманию вот воспитанию молодежи. Мне приходится бывать в яслях, в садах, в школах. Ну, председатель у нас – это такой толковый мужчина, и он требует от нас, от ветеранов, чтобы мы делились… Воспитывали молодежь? Ну, не воспитывали, а делились опытом бы. Что можно делать, что нельзя. Вы знаете, а мне кажется, у нас, как в том фильме, знаете, у нас замечательная молодежь, просто несколько потерянная, наверное. Вы знаете. Где-то не до конца понимает эти ценности, и что такое ценности. Вот теряются они, может быть, сегодня. Старики всегда валят на молодежь. Это она плохая, молодежь всегда хорошая. Я еще раз говорю. Их надо воспитывать. Спасибо. А, скажите, Роза Николаевна, какой секрет семейного счастья? Вот просто ждем этот секрет, этот рецепт от вас. В вашей семье. Семейное счастье, не знаю. Уважение друг к другу, понимание, любовь и внимание. Вот говорят, любовь проходит. Не проходит? Нет. Аплодисменты. Нет. Она не та. А вы знаете, я бы хотела обратить внимание наших зрителей на удивительное украшение, которое сегодня у Розы Николаевны. Расскажите, пожалуйста, что это за чудесное? Это же бриллиант настоящий, подарок, который вам сделал ваш супруг. Да, это когда у нас была бриллиантовая свадьба, он мне подарил бриллиант. На таком сердце золотом. А сзади, по-моему, даже есть... Подпись, да? Верной супруги, по-моему. Нет, лебединая верность. За 60 лет лебединой верности. Иван. Иван. Спасибо вам большое. Екатерина Максимовна, а вот как часто вам приходится регистрировать такие, ну, волшебные, на мой взгляд, просто события в ЗАГСе? Вы знаете, за последние 10 лет бриллиантовая свадьба, вот пара, которая 60 лет прожили, это вот четвертая пара. 7 зарегистрировали золотых. 12 зарегистрировали серебряных. И глядя на вот такие замечательные семейные пары и молодежь, которые 10 лет в браке прожили, они хотят, приходят. Которые 20 лет прожили, фарфоровая свадьба, тоже регистрируем. То есть это вот положительные, яркие примеры наших семей, действительно, на которых надо равняться. И, как правильно Иван Алексеевич сказал, надо воспитывать. А воспитывать собственным примером. Это вот действительно советская эпоха на примере воспитания. Вот яркий пример этой замечательной. Спасибо. А, Татьяна, как вы считаете, в чем секрет подобных, долгих, счастливых, таких солнечных отношений? Сразу видно, что это развивающаяся семья. Так. Они понимали свой сценарий, потому что ни одна женщина, не просто любая женщина пойдет замуж за военного. Она уже из своей, может быть, прошлой семьи, из своего понимания знала, что придется. И это их общая жизнь. И вот по поводу любви. Есть любовь как состояние. Ее не нужно декларировать. Вы просто живете, вы счастливы, видя друг друга. И вот это в этой семье наблюдается. Спасибо. Спасибо вам большое. А что бы вы хотели пожелать молодым супругам, которые сегодня вот теряются, не знают сохранить, развестись? Понимать друг друга. И в крайнем случае, вы меня извините, я не хозяин дома, я подкаблучник. Вот. Я уже объяснил, почему. Почему? Вы 16 лет, да, вы, конечно, должны равняться уже на нах, чтобы у вас было как минимум, ну, железную свадьбу, железную в 65 лет. Замечательно. Вот. Придем к вам. Спасибо. Вы знаете, вот в Вайбере пришло сообщение только что, очень интересное, очень простое. А почему на передачу на эту тему звонят только женщины и ни одного звонка от мужчины? Татьяна, вам не кажется это очень показательным? Но опять же, вернемся к тому, что женщина – это процесс. Ей интересно все и узнать. Мужчина – это результат. Вот дай, вы не положь,
А здесь в передаче мы не сможем все это сказать. Они умные мужчины. Спасибо большое. Вы знаете, я бы хотела обратить внимание еще на нашу Екатерину. Вот сегодня мы говорим про куклы, про образ советской семьи. Мы затронули вскользь о том, что не зря Екатерина обратилась в своей коллекции к советской эпохе. Она сказала, что у нее яркий пример собственных родителей. И я, вы знаете, хотела бы задать такой вопрос. У вас есть своя семья, Екатерина, у вас есть супруг, у вас есть дочь, по-моему, да? Скажите, вы можете назвать свою семейную жизнь сегодня счастливой? Да, я могу назвать смело свою семью счастливой, даже очень. А вы подражаете своим родителям? Ну, если можно так выразиться, и вот я уже так психологическими терминами начинаю уже изъясняться. Ну, скажем, вы привнесли какие-то вот моменты, традиции семьи от родителей в ваш дом? Да, конечно. Мы все подражаем, наверное, своим родителям, потому что мы непроизвольно учимся у них, как поступать в разных ситуациях, прислушаемся советам. Вот, поэтому... И опять же, в нашей семье царит понимание. Муж очень поддерживает мои начинания. Мы всегда вместе, везде вместе путешествуем. У нас никогда не бывает двух дней похожих вот друг на рецепт, друга. Вот рецепт, очень простой, да. Казалось бы. Куклы, естественно, это выставки, это новое знакомство с художниками, с творческими личностями. Опять же, муж у меня фотографирует очень хорошо, я этим горжусь. И благодаря ему моих кукол видят в совершенно ином свете, потому что кукол важно сфотографировать. Вот, то есть мы на одной волне. И мой ребенок тоже принимает участие. Мы даже однажды провели эксперимент. Она мне рисовала от руки маленькие эскизики, а я по ним шила куколы. Ой, как замечательно. Да. То есть это вот, знаете, общее увлечение, которое так сохраняет вашу семью. Мы желаем вам счастья. Это для вас. Спасибо. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, есть у нас еще несколько интересных сообщений в Вайбере. Мы с мужем ссоримся обычно в путешествиях, сообщает Майя. Дома как-то все тихо и мирно, но вот как отпуск, так просто катастрофа. Мне кажется, это нетипично. Обычно отпуск для того, чтобы помириться. Есть очень много таких моментов. Может, не ездить вместе совместно в отпуск? Ездить. Просто нужно, как планируют, как бы купить что-то, какую-то вещь, также нужно планировать и поездку. Чем там будет заниматься, какие экскурсии. Это объединяет. Угу. Когда они уже едут и знают, и настроены на это. А она ехала своими целями, он со своими. И там случилась нестыковка. А дома это теплое, уютное болотце, в котором очень хорошо живется. Есть очень интересное сообщение, в котором очень хорошо живется, да. Есть очень интересное сообщение от Романа. Как вы считаете, укрепляет ли брачный договор семью или наоборот? Можно я задам вам вопрос? У вас есть брачный договор? Зачем он? Вы считаете, он не нужен? Нет. Если любишь человека, зачем этот брачный договор? Нет. Сейчас поэтому идут скандалы, дележка этой имущества. Спасибо. А ваше мнение как? То же самое. Но при современных, скажем, условиях, когда бывает мужчина имеет бизнес и прочее, он как-то высоко поднялся. Девушка, она еще, но у них есть любовь. И вот здесь даже больше для мужчины, чтобы проговорить, чтобы она была уверена, что она, выйдя вот из этой семьи, она здесь получает уверенность от этого мужчины. Они составляют брачный договор, где она знает, что она на одном уровне с ним сейчас. Ну и что? Что он к ее алтарю кладет вот эти там машины, дачи и все. Дальше они составляют общее. Семейная. Спасибо. Интересная точка зрения. Очень даже, кстати, понятная. И еще одно сообщение от Екатерины. В нашей семье есть очень хорошая традиция. Каждый вечер мы ужинаем вместе за круглым столом. Екатерина, замечательная традиция, о которой, мне кажется, мечтает каждая семья. Вот о семейной традиции вообще, насколько они важны, насколько их стоит поддерживать? Очень важны. Первая семейная традиция. Когда сосед тебе приносит, например, ну, хлеб, так. Ты попросил, ты говоришь «спасибо». Как? Он же потратил время, он принес хлеб. А когда близкий человек приносит, говорить «благодарю», «спасибо». Вообще благодарность – это самое первое за все, за то, что вместе встали, посмотрели, вместе ушли в сон. Благодарность. Спасибо большое. Скажите, в вашей семье есть какая-то самая важная семейная традиция, которая соблюдалась вами, соблюдается вашими детьми? Отмечать Дни Победы. Значит, первую я отмечаю 9 мая, а вторую вот буквально 3 сентября.
День победы над Японией. Спасибо. Вот это действительно настоящая семейная традиция, которая не просто так, а которая действительно имеет большое значение для всей семьи. И не только для вашей. Вот такой, дорогие друзья, нехитрый совет долгой, счастливой семейной жизни. И поэтому берите на вооружение и берегите друг друга, чтобы когда-нибудь также отметить бриллиантовую свадьбу. Ну а сейчас, дорогие друзья, в нашей студии сюрприз. Я хочу пригласить к нам на вечернюю программу флориста Наталью Гуценкову, которая приготовила сюрприз-комплимент для нашей семейной пары Беляров. Это для вас. Я, конечно, хочу выразить вам в первую очередь свое восхищение. Я вижу пару такую в первый раз. Никогда, никогда бы не подумала, что вот можно сохранить действительно такие добрые, хорошие отношения. И хочу вас поздравить с вашим праздником. Сегодня такая прекрасная дата. И хочется пожелать всего самого хорошего. Вот. И преподнеси вам эту корзину. Наталья сейчас расплачется, по-моему. Наталья, спасибо большое. Я просто хочу обратить внимание, что в нашей студии сегодня присутствует еще одна пара, а есть еще одна композиция цветочная, которую вы подарили нашей программе. Если вы не против, давайте мы подарим ее еще одной паре, которая находится вот в числе зрителей. Под ваши вот аплодисменты, дорогие друзья. Да. Спасибо большое. Вот это творение флориста Натальи Гуценковой сегодня как раз кстати. Ну что ж, я хочу поблагодарить всех участников сегодняшнего вечернего эфира. Это был, дорогие друзья, «Добрый вечер, Гомель» с Натальей Волынец. Я хочу пожелать вам беречь свою семью, беречь друг друга и любить друг друга. До новых встреч.